Просто выйдите, люди посмотрят на вас. Очень опытный древний фаерщик, очень опасный противник. Константин Создатель. Еще древнее. Очень харизматичный персонаж. Джей Мэй. И это самый младший участник вообще в батлах. Ему 15 лет. 14 лет. Но он очень-очень талантливый, поэтому я надеюсь, вам очень понравится. Вернее, я уверен в этом. Белка. Я не буду рассказывать, почему он белка, вы сами все поймете. И Дима Зет. Наш участник в гавайских шортах. С джедайской косичкой, падаванской. Они делают все, чтобы вы хлопали громче именно им. Потому что фаерщики, как ни крути, изначально это уличные артисты. Именно этот формат мы и хотели сегодня воспроизвести. Итак, пои. Поехали. Участник номер один. Смена! Да, ребят, постеры, давайте без бернаутов. Окей? Дальше! Ребята, активнее, активнее! Nada de la paradesi, no tenemos que dar una pella uga. Nada de la paradesi, no tenemos que dar una pella uga.
Спасибо, ребят! Выходите все к нам! Ребят, я знаю, это очень трудный выбор. Они каждый по-своему очень интересны. Но вы должны. Итак, аплодисменты парню в гавайских шортах. Диме! Белка! Ярослав! Джеймей! Костя! Итак, у нас три претендента. Давайте еще раз. Ярик! Джеймей! Костя! Ну что, Джеймей и Костя, готовьтесь к батлу суровому!